Всем привет, с вами Зонг. Мы продолжаем арктическую кампанию. Флот Виктора находится в прямой видимости от арктического континента в секторе. Идет активная подготовка к высадке десанта на побережье. Полетное задание. Скотт дежурит. Звено Фокстрот. Готовьтесь, номер один. Будьте в стартовом ангаре. Упс. Отметки противника на сенсоре. Это авианесущий крый. 1, 2, 4 авианосца на сенсоре. Повторяю. Это флот Виктора. Без паники в обозе. Всем по местам. Дистанции направления на противника. ПВО к бою. Дежурное звено воздух. Гольф, дельта. Готовность к взлету. 5 секунд. Время пошло. Работаем. Это пост РЭП. Они передают открытым текстом. Транслирую. Сдавайтесь. Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь. Мы гарантируем вам жизнь, генетические мутации по классу А0 и статус В-поселенцев. Ждем деактивации систем безопасности в течение 3 минут. Сдавайтесь. Это флот Виктора. Как же? Прямо сейчас. Хрен вам по классу А0. Мы еще подергаемся. Минут 5 у нас есть. Зачем же так сразу торопиться? Не надо. Фокстрот, вот тебе 4 перехватчиков, натасканных на авианосцы. Уродуешь их максимально до того, как они к нам подойдут. Шансов у тебя почти никаких. Атакуешь палубные установки, ПВО, систему ближнего боя. Короче, сносишь все, что выше пряника. Это Фокстрот! Разрешите взлет! Фокстрот 1. Взлет разрешаю. Фокстрот 2. Взлет разрешаю. Фокстрот 3. Взлет разрешаю. Фокстрот 4. Взлет разрешаю. Вперед, парни. Не посрамите старика. Yeah.
Жду знакомиться. Какого хрена меня запускают не с верхней палубы? Thank you.
Виктор. Это флот Виктор. Какие-то вялые. С Москвы. Хмурый густей, что ли? Я бы не стал с этой новости скакать по берегу и бить себя по ляжкам, но не скрою, приятно, черт побери, сознавать, что и мои ребята внесли в сегодняшнее дело свою небольшую лепту. Всем горячительное за мой счет. И не забывайте про бдительность в баре. В прошлый раз за столами было сказано столько, что я удивляюсь, как виллианцы до сих пор к нам никого еще не внедрили. Скотт, вы на сегодня старше. Служба безопасности. Сегодняшнее гульбище пилотов под вашу ответственность. Прошу не церемониться с павшими под стол. Все, кто твердо держится на ногах, должны быть сопровождены до ближайших коек. Буяны должны будут предстать передо мной на утреннем смотре. Уж я найду потом, чем занять их пылающее воображение. На самом деле, брифинги, конечно, красочные, но, по-моему, их перебор. Каждый дебрифинг примерно по одному и тому же плану идет. Оно, конечно, написано хорошо, но как под копирку, ей-богу. В оригинале это было как-то естественнее, что ли. Ну вот, покритиковал. А на сегодня все.